Что общего между испанскими звездами шоу-бизнеса, шеф-поварами московских ресторанов и работниками сочинской мэрии? В 2013 году в Сочи закончено возведение объекта, который, по слухам из надежных источников, строительные инженеры назвали «порталом в Европу». Что скрывается под фасадом здания? Барселона, Москва, а теперь и Сочи. Широчайший ассортимент экологически чистой фермерской продукции в торговом комплексе нового типа «Апельсин». Собственная ветеринарная лаборатория на страже качества всей продукции. Фермерский эко-базар, магазины и бутиковая галерея в одном здании. «Апельсин», «Адлер»,